Всем привет! Ну что ж, давайте мы сейчас запилим еще одну игрушку, называется Метро 2033 Redux, по-моему. Короче говоря, самое новое метро. Сразу скажу, что я до этого играл в метро, в старую версию. Я играл не так много, но мне очень понравилось. Ну просто какие-то дела появились, и в итоге я не доиграл. Очень интересная игра, да? И когда я узнал случайно, что вышла новая версия... Кстати, есть еще какая-то метро, там какой-то свет тоже, да, Redux. Вот кто знает, напишите, пожалуйста, в чем отличие метро 2033 и метро Lightlich, по-моему, Redux. Короче говоря, в один день вышло две версии метро. Мы начнем проходить эту, ну, если что, пройдем другую, если у нее... другая сюжетная линия. Я сейчас понастрою, я еще ни разу не запускал. Попробовал настроить графику. Сразу говорю, что изначально здесь графика очень сильная. То есть у меня FPS падал до 6. Хотя у меня не суперкомпьютер. Я как смог настроил, у меня сейчас записью 25 FPS. Хотя, возможно, FPS, видите, упал именно в меню. То есть в игре, может быть, будет нормально. Сейчас посмотрим. Ну, let's go. Сразу говорю, мы будем слушать диалоги. То есть мы будем погружаться в атмосферу. За это и многие любят эту игру. Кстати, он читает слишком тихо. Я слышу какой-то английский язык странный. Ладно, неважно. Выберите стиль игры. Выживание, да? Так, подождите, а, ну, выживание. Пускай будет спартанец. Ну-ка, ну ладно, выживание, мы ничего менять не будем. Let's go. Нормально, да, я не буду менять сложность, потому что никогда не понимал, когда вот некоторые обзорчики первый раз запускают игру, а я еще не играл в эту версию. Тем более я прошлую проходил до конца. Первый раз запускают игру, ставят сложность самую тяжелую, и в итоге вообще ни хрена не могут сделать. 40 раз записывают одно место и все. Весь летсплей. Еще есть книги метро. Вот. Так, пока. Почему я слышу английские слова, я не понимаю. Это какой-то баг. Ладно, давайте мы сейчас тогда начнем игру, посмотрим. Слева отображение станет едва видно. Слева. Ну, едва... Ну, вот так вот. Ну, его едва видно. Его видно, но плохо. Во. В тоннеле становилось все холоднее. Слушаем. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху. Наедине с воющим ветром. Наедине с чудовищами. Наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Кстати, смотрите, если вам было плохо слышно, да, вы можете прочитать. И уже в следующей серии я сделаю звук нормально, потому что я смогу узнать только, когда я запишу. Ну, FPS. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? У меня... 8 сраных FPS, господа. Держись. Опа. Фу. Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Так, смотрите, тихо. Нас зовут... Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Нас зовут Артём, кто не знает. Ну что ж, к сожалению, FPS упал, поэтому мне нужно будет настроить. Что-то выключить. Это надо будет оставить. Не помогло. Вот. Давайте тогда так. То есть качество будет пониже, но вы в любом случае сами сможете скачать эту игру. Ее уже можно спокойно или скачать, так сказать, или купить. Это проблемы не будет. Так, я надеюсь, вам не сильно темно. Давайте мы, наверное, посветлее сделаем. Видео качество, нет, игра.
Гамма, давайте чуть-чуть посветлее. Чтобы вам было все хорошо видно. Ну вот так вот. Все, 30 FPS нормально. Может быть, качество графики я сделал низкое, да? Открывай ворота, я прикрою. Но самое главное, это чтобы мы могли играть спокойно, не напрягаясь. Так, ну что, стрельба. Двигаться. Ага, медленно двигается, ускорение. Сейчас привыкнем к управлению. Давно не играл в шутеры. Управление написано сразу на русском языке. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Так, я удерживаю. Еще раз. Опа. Опа. Вот, 50 FPS. Нормально. Самое главное, чтобы не лагало. Ну, конечно, графика великолепная. Здесь используется движок уникальный. Написано именно для этой игры. Артём, пошебурши по ящикам. Вдруг найдешь что полезное. Ага. Так, я люблю шебуршить по ящикам. Вообще не помню, как играть, честно. Я очень давно играл. Здесь есть противогаз, я помню. Извините, ляюсь. Так, еще раз. Давай обратно, братюня. Let's go, пошлите. Готов, Артём? Только я помню, в той версии, а я не помню, в какую версию я играл, там вначале мы были то ли в тюрьме, да, но мы могли потом выбрать оружие любое. Так, мы можем прыгнуть. А чё, почему мы не можем открыть дверь? Подождите, странно. Там, короче, можно было... Он и расскажет про противогаз сам. Там можно было в начале, да? Любое оружие взять и апгрейдить. Фонарик на А. Во. Это типа, наверное, небольшое обучение. Надо запоминать все это. Опа, я прыгнул, молодец. Прогресс. Здесь ну автосохранение. Все, давай, братюня. Я вначале немного потуплю, потому что мне нужно изучить игру. Я вообще ее не помню. Прицел. Так, так. Похоже, никого нет дома. Красивый график. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Так, он сразу ушел. Противогаз. На месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Запомни, что фонарик и противогаз. Фонарик это А, противогаз П почему-то. Заряжай оружие. Эрка, да? Да. Я вижу, это... А, вот мутант. Так, мне нужно настроить, подождите, мышку. Сейчас, секунду, настройка. Игра. Управление, мышь. Да, чувствительность надо побольше сделать. Я еле-еле шевелю ей. Шевелю. Во, о, не, слишком быстро. Сейчас, извиняюсь, извиняюсь. Это будет только в первом видео. Управление, мышь. Зато вы видите, с чем приходится мне бороться. С мышкой. Во! Я убил своего же. Иди отсюда. Братюня, спасай. Как я давно не играл в экшен, забейте вообще. Капец, я стреляю просто как наркоман. Ну сдохните вы уже, на. Перезарядка. Нормально, раскидали. Отлично. Красивая графика, даже давай при низких настройках. Потянем. Тянем вместе. А, вместе? Я думал, ты один, эх, Люпик. Тянем. А, все, я думал, меня убили уже, нет? Двинули. Опять FPS, конечно, упал. Какой же мне компьютер вот сдохший, забейте. Наша цель. Наконец-то. Я, кстати, обожаю такие игры, типа Сталкера. Как вы слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Прием.
Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимешься на базу. What the fuck? Ты кто такой, упырь? Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? What the fuck? Что-то будет? Быстро! Обожаю такие игры, реально экшен. Спокойно. Спину берегите. Да здесь, пожалуй, придется пожестче, чем для пьянения. Самое главное правило, никогда просто так не стреляйте. Никогда в метро. Никогда в метро не стреляйте первым. Никогда. Иди жопа, трянь, тупая. Ха-ха, подыхай. Дебилы, убивайте. Какая она долго убивается. Так, я держу круг. Слушайте самые главные команды. Команды. Никакой самодеятельности. Кто меня бьет? Иди в жопу. Аптечка, помоги. Ага, но меня убили! Черти тупые! Почему мне никто не помогает? Или это было задумано? Наверное, это было задумано. Да, наверное, было по сценарию. Ага, да, сценарий. Эй! Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. И поехали. Это был сценарий, да, я бы справился. Так я, может, в это играл? Мы же будем в тюрьме? Нет, ладно, все. Я молчу. Немного подлагивает, да? О, Кремль. Ну, по идее, мы сейчас, да, окажемся в здании в этом. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Вот, версия, которую я играл, была то же самое практически. Здесь еще мужик сидел и играл на гитаре. Ага, прикольно. Yesterday. О-ла-ла-ла-лай. Так. Начался какой-то квест. Это квест, реально. Найди предмет. А что делать надо? Все? Ну ладно, пойдемте. Я ничего интересного не нашел. Пойдем, Артем, пойдем. А, просто пошли, все, пошли. Вот мы видим, да? Свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Так, что ты хочешь сделать? Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Ну шевелись, шевели жопой. Сереженьку моего никто не видел. Сережа. Спокойно, все будет нормально.
Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь все переполнен. Мам, а мам, а долго нам еще ждать? Леша, боже мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Посторонним нельзя. Ты с Алексеем не знаете? Петр. Направи от него. Не видишь, он... Да, извините, не узнал. Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Он в ночь вчера дежурил. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Здорово, мокрый. Как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Боже, когда же это закончится? Нам мозг, душу. Я больше не могу. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Добраться. Добраться. Погоди. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Давай, братюня, помогу вам. Опа! Крутой чувак! Здорово, здорово, братюнь. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. За ВДВ. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Прям крутой чувак, это легенда, наверное. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Я бы и жопу вытер. Страшно. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Черт подери, только этого не хватало. Черт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Что это за говно, вы? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Как пятый элемент. Там тоже девушке или мужику дали пукалку. Что плохого не сделал? Револьф! Нет, нет! Бег, бег, вырубаем. У меня патронов нету. Да вы что, пошутили, Артём, что ли? С тобой все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Зачем они стреляли в решетку? Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось?
Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпадешь! Внешний блокпост уничтожен! Slow motion. Фух, я обожаю такую атмосферу. Ну давайте, я готов. Давай побью тебя. Так, чё? У меня патронов нету. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Да. У него на шлеме, на медальоне было написано «Спарта». Или «Спарта». Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Крижской уходил караван. Караванщик набирал охранников. И я завербовался. То есть, по идее, наша задача сейчас нужно будет найти мельника. И помочь ему с мельницей, там будем зерно добывать, хлеб изготавливать. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Ага. Вот стоит перевертаться, бабушка, здорово. Вот стоит перевертаться, кушает компот. Стандартное начало, да? По идее, нам сейчас дадут оружие, нужно будет выбрать. Мы с этим оружием будем почти всю игру. Ага, здесь у нас есть еще заметки. Же? Ладно, потом прочитаем. Yesterday. Так, это мы смотрели. Дальше быстренько посмотрим, что у нас здесь есть. Ничего интересного нету. Во. А, вот заметки там. Оборона нашей станции от черных противников, жутких, непонятных, непобедимых, отнимает все наши силы. Мы забыли о старых врагах, упырях, носачах. Если бы не Хантер, эти твари бы забрались в наш госпиталь. Страшно даже подумать, что случилось бы тогда. Опоздай, Хантер, хоть на час. Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить тебе на лучше. Ты меня достал все это, чего я терплю? Точно не жалеешь, что купил? Говорил, не могу держаться, тебя подальше. А теперь давай нарисуем. Графика просто шикарная. Офигенная графика. Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой. Очень правдоподобно. А домик большой? Так куда я иду, подождите. Я... Мне надо, наверное, другую сторону. О! Этот мужчина, такой позавтра, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена так была так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. А, вот, да, он показывает, куда идти. Столько клавиш, я, наверное, все не запомнил. Возможно просто. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля. Во! Из хорошего автомата, считай, нету солдата. Подари себе пистолет, заставь себя уважать. И все? Ну, можно только один пистолетик, подождите, я купить нельзя.
А мы что, только с пистолетом будем? Реально? Подождите, может, что-то неправильно делаю? Уничтожает все живое лучше спирта! Такие пулеметы, я буду с пистолетом? Просто огнемет! Акция! Убить ТТ! Глушитель в подарок! Шутка, ТТ нет. Так, патронов у нас нет. Артём, прошу тебя, у меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я... Спасибо, Артём. Есть еще добрые люди. Да ладно, чё, я не жадный. Все, мы дали патроны, видите, там у человека болеет сын, помогли. Короче, я не нашел оружия, ну будем с пистолетом ходить, чё. Наверное, больше ничего нельзя. Если смерть с косой так, придется, уважаю! Наконец грамотного человека встретил. Путаница, люди по своим порядкам. Отступать. Так, ну что-то мы сняли, купили. Ну как хочешь. Все равно не поможет. Какая-то пукалка. Понятное дело, перегоны между Сухаревской и проклятой Тургеневской. Окей, все, let's go. Ну купи хоть что-нибудь. Все, что я взял, это вонючий пистолет. Ты че, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. Так я же взял, что за бред? Подождите, я ничего не понял. Это оружейное? Или это не оружейное? Ну и ладно. Поросячьи уши. Блин. Я, наверное, не туда деньги потратил. Ну я идиот. Вот он оружейное. Вот я тупица. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Вот я идиот. Так и думал, а? Вот так и думал, что не может быть без оружия. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Значит, будем в воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Окей. Все, наконец-то дали нам оружие, хоть более-менее. О, и прицел появился, да, это хорошо. Ну вот, что-то вроде попадаем. Смотрите, да? Кстати, он стреляет как-то кривовато немного. То есть я боком стреляю даже, смотрите. То есть, вроде, видите, не в центре прицела попадает, видите? Смотрите. Ой, десяточка. О, хорош, хорош. Ладно, все. Ну, на этой прекрасной ноте нам можно будет закончить. Сейчас у нас будет сохранение, и мы закончим. Нам сюда вот, да, идти? Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой. И наш дом не будет. Земля... Ладно, сынок, ты готов? Слава. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сын. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые.
жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Окей, сейчас начнется, короче, и все. Смотрите, я заметил, плакат висит. Вы видали? О, заметки. О. Добраться до полиса, отыскать танкера, поплывать. Вон, видите, плакат, там даже сайт написан. metro2033.com. Ну, давайте сохранение. Где мое сохранение? Все, готово. Теперь опускай. Артём, сюда! Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое изобретение... По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Все! Все, на этой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Мы продолжим играть дальше. Я уже говорил, что в этой игре я буду комментировать не так много, да, потому что я хочу в первую очередь слушать диалоги, мне это интересно. Я хочу погружаться в атмосферу, и вам тоже советую. Погружать в атмосферу. Метро — невероятно интересная игра, очень хорошая. Как-то так. Жука-пауки покрыты прочными панцирем. Все, всем пока.